кроме хозяев поля, выходит 15 команд. У нас 10 отборочных групп. Победители с первых мест выходят напрямую, а вторые команды... Вот, развернулся! И передача хорошая, пробись! С первого касания голкипер отбил! Да, не дали. По центру хотят больше играть. Вот как сейчас, в этом эпизоде, дальний удар мимо. Мимо. Удар. Подача. Голкипер. Кулаком выбивает, хотя в него там врезались два футболиста. Сам думай, говорит, сам принимай решение. Итак, свисток прозвучал. Удар, рикошет. Но голкипер сравняет. Справляется с этим ударом, справляется. Да, вот иранцев, конечно же. Хорошая передача. А вот мяч-то не ушел, можно играть. Что все встали-то, я не понял. 10 номер Ирана. Фархад Забаши. Подача. Удар. Промахивается как, а? Из выгоднейшей ситуации. Руку. Подача. Прилетает мяч. Еще одна. И головой. Выше ворот. Выше ворот проходит мяч. Подача. Отбиваются. Хорошая. В штрафной площади мяч. Подача. Ну. А ударить. На точность там бил 18 номер иранцев. Нельзя сказать однозначно, что Иран победит. А вот хорошая возможность была. Но Иран все же ближе, да, А, это передача очень хорошая. Ну, что придумают? Передача! Ну, как же так, там два игрока Эмиратов. Против одного иранца. Ричея. Можно играть. Судья рядом, а пробить. Пас, удар. Ах, с внешней стороны мяч попадает в ворота. Ну, иранцы, как же так, иранцы. Спорят сейчас они. Все-таки. Вход в штрафную, передача. Удар, гол. Гол, иранцы забивают. 1-0. 1-0, наконец-то. Да, и сколько радости, да, на лице у 9 номера. Делает счет 1-0. 1-0. 1-0. Не нужна передача, хорошая. Нет, удар! Ой, как хорошо. Голкипер отбивается. Еще одна подача. Подача. Ой! Чуть гол не залетел сейчас в ворота. Нет, Иран успеет провести еще одну атаку. Удар! Гол! Иран забивает 2-0. Да, когда надо было, Иран добавил. Матч окончен, дорогие друзья. Со счетом 2-0 побеждает сборная Ирана. Заканчивает она турнир на первом месте и официально оформляет свой выход в финальную часть Кубка.